Юлия Меньшова рассказала о семейной новогодней традиции. Волшебный праздник актриса много лет подряд встречала на даче. Там во дворе стояла елка, которую семья актрисы наряжала в преддверии Нового года. После боя курантов под ней волшебным образом появлялся мешок с подарками для ее детей. Это было целое искусство – ускользнуть из дома и остаться незамеченным, чтобы сын Андрей и дочка Таисия продолжали верить в чудеса. Так как дети росли с каждым годом, они становились все упорнее в желании увидеть момент, когда же Дед Мороз пролетает над нашей дачей. Но нам удавалось иногда даже в 23:59 все же выскользнуть во двор, чтобы сразу после полуночи чудо все-таки произошло. Деда Мороза из родни у нас участвовали только в рамках семейных спектаклей. Настоящий с подарками всегда был великой тайной. Но зато он всегда писал детям ответные большие письма, рассказала Юлия. Кстати, Меньшова, несмотря на возможности, никогда не клала в мешок Деда Мороза дорогие подарки. Однажды, сын артистки попросил на Новый год дорогой телефон. Тогда Юлия придумала хитроумный план, как доходчиво объяснить ребенку, что Дед Мороз такой подарок подарить не может. В письме Дед Мороз извинился, что столь дорогостоящей техники у него нет в ассортименте. Потому что это взрослый подарок, а у него есть только детские. Железный аргумент. Смеется Меньшова. Актриса советует маме взять эту уловку себе на заметку.